Друзья мои, несмотря на то, что я в этой поездке очень сильно заболел, но у меня болит горло, простыл, заложены уши, насморк. Несмотря на все это, я вот смотрю сейчас на все происходящее вокруг и то, что я сейчас вижу. И я просто кайфую. Кайфую, и, к сожалению, передать вам этот весь кайф через призму объектива просто не представляется возможным. И гордость берет за то, что... Просто заболел это, человек. Уши, это блядь, Россия. Сопли. Да. Смотрите, какой кайф. Нормально ты так смотришься на коне? Спасибо. Буквально в смысле на коне, да? Разъеби его, брат, давай покажи. Прямо сейчас идем снимать орла. За орлом. Давай, покажи его, батя. Давай. Вон, нет, летать, да ты, бля. Сейчас еле. Прямо сейчас приехали в Кудип, это старейший просто. Просто, знаете, ты тут стоишь, у тебя уши отдыхают от того, насколько тут тихо. Меня сейчас ходят, показывают Эрику всю ситуацию. Воздух чистый. Вчерашний сегодняшний день мы просто уехали, здесь нет интернета. Просто зацените это. Нифига себе, гепарды тут на очках. Пойдем к квестам. Невозможно приехать в Дагестан и побывать в салоне Лады. Для любителей Лады зацените. Салон Лады. Кто бы хотел бы работать в салоне Лады? Опишите. Такой спокойно все снимаю. А тут Максимка сидит, играется. Кадр, брат. Картинка просто бомба. Что я хочу сказать, зум это намного удобнее, чем прошка. На шампанском заводе. Почему я не знаю, потому что я не пью и мне, честно сказать, пофигу. Но футуристично здесь очень. Я бы здесь поснимал бы какую-нибудь свою съемку, обмотал бы какой-нибудь трубами там. Бороду четкую себе вырастить. Это с рождения. Мы все еще в Дербенте и сейчас приехали в ресторан, называется Хаят. Говорят, лучший ресторан в Дербенте. Сейчас пойдем опять хавать, проверим. Очень вкусный сок. Фихва, какие там фрукты. Да, джем делать. Красиво. Что делать, джем? Да.
Вкусно тебе? Ты что заморосил? Опять уходим от погони. Здесь они особенно маневренные. Хрен уйдешь от них. Короче. Все, не позируй, давай, девер. Я подумаю над этим. И после свадьбы вот уже вот такой формы простой кувшин, свекровь готовила, а вот чтобы другой кто-то на нее глаз не положил. Вот по форме кувшина можно было определить. Красотень. Санада, а под садом цурора, под паралора, алада, по Богу,
Смотри, какие коровы дерзкие вообще. Дагестанские коровы самые дерзкие. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ау, коровы! Раз, два, три, четыре, пять. Это Камри 3.5. Мы катаем в Дагестане. Приглашаем вместе с нами. Раз, два, три, четыре, пять. Это Камри 3.5. Здесь вокруг большие горы и занижены приоры. Съемочный процесс идет. Очень красиво. Сейчас поедем в туннель. Ну и, конечно же, вот эта вот замечательная машина. Какой красивый Дагестан. Выехали из туннеля. Невероятная красота. Боимся, что наш дрон сейчас орел утащит. Заезжали, погода плохая была. Выехали. Красота, смотрите какая. Ребят, смотрите, как красиво, а? Говорят, да, где-то в горах Дагестана хороший магазин есть. Ребят, если что, обращайтесь, что-то они тут покупают, старые там новые аккумуляторы там. Ну вот, короче, если что, звоните, мой номер 8988-63.